Советская реальность в необычных картинах. Художники-нонконформисты показывали жизнь через непривычные образы. Так муха на листе бумаги, зажатая под стеклом, образ советского человека, скованного в жесткие рамки. Небольшая безликая фигура под душем – тема та же. Здесь художник показывает, как люди за железным занавесом, словно по тонкой струйке воды, получали информацию о другом мире. Даже отношения между полами художники-нонконформисты изображали по-особенному. Например, в этой инсталляции «Адам и Ева» наглядно видно – мужчина и женщина – люди с разных этажей. Этим художникам не было места в советском искусстве. Свои работы мастера творили подпольно. Они не хотели бороться с властью, а просто пытались свободно самовыражаться. Это как раз люди, которые боролись за свободу творчества. Что, собственно, очень важно вообще для художника, когда он не прогибается, когда он не, как бы, не ведется на какие-то чужие другие идеи, а когда он, собственно, выражает именно то, что он сам чувствует, о чем он думает, понимает. В экспозиции выставки представлено больше 40 картин и инсталляций. Увидеть выставку «Нонконформизм как точка отсчета» в галерее «Виктория» можно до начала апреля. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов. События.